Я часто нахожу вещи премиальных брендов в секонд-хенде, но никогда не находила люкс до сегодняшнего дня. Я нашла юбку от французского дома моды Хлоя. В сумме юбки от этого бренда стоят от 150 тысяч рублей и выше. К сожалению, она оказалась не моего размера. Ее можно было ушивать или перепродавать, но я не хочу этим заниматься. И несмотря на то, что цена была всего лишь 200 рублей, я решила оставить ее в магазине. Как бы вы поступили на моем месте?